Осенью 2020 года наша страна одержала победу в войне над армянскими оккупантами в течение почти 30 лет, удерживающих 20% территории Азербайджана. В эти дни, в прошлом году, на мирные города нашей страны также были не имеющие отношения к спорным территориям и не входящие в зону военных действий со стороны Армении подвергли ракетному обстрелу, повлекший за собой значительные человеческие жертвы. Город Барда и Бардинский район, от которого я являюсь депутатом, были также подвергнуты обстрелу с запрещенными ракетами «Смерч». Погибли простые мирные люди, среди которых много женщин и детей. Но женщины Барды не были сломлены этим вероломным нападением и наравне с мужчинами отказывались выезжать из этих территорий. Я хочу также сказать несколько слов про дезинформацию, которая недавно была прозвучена. То есть на сегодняшний день нет такого образования, как Нагорный Карабах. Есть образование Карабах, которое является неотъемлемой частью Азербайджана. И это признано мировым сообществом. Насчет второго вопроса неоднократно наш президент говорил насчет этой темы, что нет никаких военнопленных женщин, тем более мужчин. А есть диверсанты, которые после подписания трехстороннего заявления зашли на нашу территорию и пытались устроить террористические акты. Это совсем разное. Но мы должны задуматься о другом. Почему мы до сих пор не можем вернуть наших беженцев, а их около миллиона, на свои исконные земли в Карабах? Так как там пока нам много заминированных территорий. Только в Агдаме около 97 тысяч мин, которые на сегодняшний день разминируются нашими войсками. И женщины, и старики, и дети до сих пор ждут после 30 лет ожидания, когда они вернутся на свою родину. Сегодня надо говорить об этом, об этих гуманитарных целях. И это является важной задачей для нашего региона. Азербайджан всегда был сторонником мира. Азербайджан, несмотря на все потери, предлагает руку мира, предлагает мирное сосуществование в этом регионе. Всем странам. Различные платформы для сотрудничества, но, к сожалению, всегда мы видим вот такую деструктивную политику. И кто хочет, такие меньшинства до сих пор живут в Азербайджане, кому нравится вот здесь в Азербайджане, могут жить только как граждане Азербайджана. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.